крупный городской рынок проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета проверил соблюдение противовирусных мер, наличие продавцов и покупателей средств индивидуальной защиты и антисептиков. Он отметил, что практически все работники и посетители используют маски и сообщил, что в ближайшее время контрольных мероприятий на предприятиях торговли и сферы обслуживания в муниципалитете станет больше.